Привет! Мы находимся в конгресс-холле, где проходит смешной этап Кубка первокурсников. Ну что ж, давайте посмотрим, как студенты будут завоевывать титул самых смешных. Сегодня первокурсники из 22 институтов пришли узнать, кто из них самый смешной. А болельщики из 22 институтов пришли, чтобы узнать, чей реквизит больше. Просто обалденно. Это непередаваемое ощущение, когда столько народу пришло тебя поддержать. Ты смотришь во все эти лица, слышишь смех. Так, пожалуйста, поимпровизируйте. Мы биологи, мы точно знаем, что внутри у дерева и у амеб. А это Яков. И мы знаем, что у него внутри. Добрый вечер, друзья. Уже слышно, как там в зале гремят болельщики, смеются с шуток их институтов. Хотя, прошу слова, еще не началось. Это гораздо более обширное мероприятие. Я ни секунду не жалел, что пошел на большое «Прошу слово». Вот ребята меня поддерживают, можете... Неважно. А тараканы были настолько наглыми, что когда хозяин выключил свет, они встали и включили его обратно. Да, но только мы еще на творке. Но сколько можно, Саид? Здравствуйте, Саид. А вы случайно не из института нефти и газа? Нет. Нет? А вы снимаете, да? Ну, мы чуть-чуть снимаем. Вы не против? Ну, вырубай, давай. Давай. Посмеялись? Давайте потанцуем. Всем привет! Мы находимся на творческом этапе Кубка первокурсников в конгресс-холле. Но это не передать словами. Это просто не передать словами, когда я смотрела на них сейчас. Огромное чувство гордости, огромное чувство торжества, наверное, если можно так сказать, за то, что все 40 человек отдавались, и все труды не напрасны. Вот так. Но для меня это впервые на такое количество людей ставить номер, и, наверное, получилось. Узнаем скоро. Еще как получилось. Узнаем скоро результат. Да. Поздравляю тебя с этим. Спасибо. Да, это наше! Яна, как наше, так и ваше, потому что без вас не было бы и нас. Да! Ну что ж, награды нашли своих победителей, итоги подведены. Поздравляем всех первокурсников, а с вами были Елагина Елизавета, Егор Ведищев, Артем Демин, Соня Ашербек и Виктор Яузов. Well Times TV, с любовью!